Кто знает, что за предел нас ждет наверху? Пусть приток света сократится в четверо, но рай сохранится. Не думай, что я по своей воле обрек этот предел на голодную смерть. Ой, ёкало, да что это за жесть такая? О, привет, мои маленькие любители игрового искусства. Мы продолжаем проходить игру «Тургор. Голос цвета». В последней серии мы остановились на том, что в покоях первой сестры нас убила наша жадность. Там была растенница, мы его подобрали и от этого погибли. Так, сейчас мы пойдем в тот рудник и оттуда будем пытаться доставать цвет. Слишком мало цвета. Ты умрёшь. Написано, что там есть достаточное количество. Давайте посмотрим. Интересно, а в этом цикле цвет будет появляться? Или мы дальше будем также страдать? Ладно, ну это мы еще увидим. До него дожить надо сначала. Лишь бы на нас брат снова не напал. А то два, можно сказать, подряд. Это небольшой перебор, на мой взгляд. Мы потратили почти весь цвет, и он вообще перестал рождаться. Так что у нас такой локальный апокалипсис. Так. Капелька родилась. Срочно бежим к ней. Кстати, не было написано, что здесь вообще есть зеленый цвет. Однако он рождается. Надо его взять. Ну-ка, ну-ка, мы успеем. Оп, оп, 30, 30 это хорошо. Хорошо, так. Осталось найти жилку. А вон, кстати, жилка, в самом верху. Вот сейчас мы к ней пойдем. Я там, кстати, не искал. Сейчас помню, там что-то голубое мелькало. Интересно, почему мы не видим жилу или я не знаю, что есть так много голубого цвета. От чего он? Вернее, даже не от чего он. А где его искать? И как его подобрать? Пока что я вижу только одну. Ну, наверху мы еще не были, может там найдем. Так, а там птицы. Главное, чтобы они нас не атаковали. Хотя мы вроде будем... Они вроде атакуют только тогда, когда они находятся над нами. А так мы на их высоте. Может, примут за своего. Хотя вряд ли. Они такие. Так, осталось тут собраться. Вот она. Так, ну и самое сложное — попасть. Оп. Хорошо. И теперь попасть гарпуном. Попали. Так. И это замечательно. Осталось... Но... Нету здесь голубой жилки. Или я совсем слепой? Может, цвет в них? Не похоже. Если поставлю приманку, тоже, думаю, всяких недородков не найдем. И это печально. Может, цвет здесь будет рождаться в каплях? Тоже как вариант. Однако, не искать же нам постоянно капли. Слишком долго ждать. В принципе, сюда еще можно забраться. Может, он где здесь есть? Оп, нету. Может, чуть дальше. Ну-ка, аккуратненько, не падая. Не, не нашел. Это очень скверно. Может, где выше есть? Ладно, не будем заниматься скалолазанием. Надо выходить отсюда и идти дальше в промежуток. Там зайти еще. Еще один. Господи, как эта штука называется? Штольня? Нет.
Так. В рудник. Во, наконец-то. Да. Я не играл примерно дней 5, так что... Тихонечко подзабывается. Столько цвета, а где его взять, непонятно в этом месте. Нечего жалеть этих нерожденных. Оп, верно? Умерла. Мало ли о чем она там мечтала. Она не последняя. Но второй-то... Странно. Убивать сестер — это же табу. Никогда. Хотя она не прошла испытания. Кто ее знает? Кто ее знает? Так, ну это очень печально. Нам все еще говорят, что можно туда зайти. Зайдем. Мне все рассказала. Я тебя уже жду. Кто? Кто меня ждет? Какая-то из сестер? Интересно. Так, видимо, сейчас нам придется жить только за счет садов. Ну, наверное, пойдем к той сестре, которая только что умерла. Оля, по-моему, ее звали. Так, ну тут вроде цвета больше не рождалось. Значит, он есть там, где мы не искали. А ниже мы точно все облазили. Может, где выше есть. Кто ее знает, эту игру? Ну тут посмотрим. Ничего не вижу. Так, ну где нам его искать? Жилку. Есть, говорили, много цвета. Будем искать. Раз ниже нет, может выше есть? Если увидите раньше меня... О! Вот светится. Видите? Вот. Так, чтобы каждый раз не лазить, давайте поудобнее как-нибудь ее откроем. Отсюда. Как? Я только что смотрел, у нее там не было. Вой слепой. Ладно. Так, ну открываем ее. Так. Оп, попали. Главное гарпуном попасть. Вот, хорошо. С первого раза. Так. Ну, в принципе, похоже на то. Больше жилок я даже не знаю, где искать. Может, есть какой-то более изощренный способ. Ладно, в любом случае, выходим, сохраняемся. Пока что для жизни нам этого хватит. Хорошо. Теперь что у нас? Теперь давайте пойдем к нашей покойной сестре. Если что, зайдем к Оле, которая была. Если что, зайдем в ее сад, и там вырастим немного цвета. Я смотрю, там немного зелененького есть, и вот мы как раз его и заберем. Вот, и заодно, наверное, немного его и вырастим. Так что надо его переработать немного. Не будем растрачиваться, а то что-то последнее время с цветом у нас беда. Вот. Вот тут еще есть немного цвета. Наверное, мы и туда зайдем. Надеюсь, мы успеем. Давайте зайдем, посмотрим. Что у нас тут? Может, нам надо с братьями разговаривать? А все ли выговорились, братья? Спорно, очень спорно. Ну, посмотрим, что у нас здесь. Может, на ее месте что-нибудь образовалось? Так. Да, пианино все еще можно тронуть, но лучше не стоит тратить сейчас на такую пустую ерунду время. Картины, кстати, поменялись. Вот заметьте, сестра родилась для нас. Колыбель для ребенка, кухня, граммофон. И там было свадебное платье. Что это все значит, на мой взгляд? Ладно, тут мы ничего не нашли. Значит, тогда пойдем сейчас в ее покое. Соберем там немного изумруда, вроде появилось. Вот, и... немного... сады. Цвета. Напустим. Напустим. Что я сказал? Ладно.
Вырастим в деревьях цвет. Во. Так. Используем побольше серебра, которое не позволит саду умереть. Ну, 4 тоже ничего. Это умерло. Это. Так, а я готов спорить, это приманка. Просто так такого не бывает. Ну, значит, давайте-то перед выходом, перед самым, мы в эту... Еще одна. Тогда знаете, как сделаем? Мы сейчас накачаемся скоростью. Если что, мы от них убежим. Я хочу собрать эти оба цвета, как бы то ни было. Вот. Ну, давайте. А у нас... Да, у нас, кстати, достаточное количество... этого... сирени. Так, ну давай же. Вот. Чтобы побольше. И поменьше расходовать цвета. Так. Ну, просто иного выхода нет. Откуда цвет добывать? В прошлый раз нас это место подвело. Мы не смогли собирать цвет отсюда. Так что я думаю, что это все зависит только от того, что мы влили слишком много изумруда отсюда, и был глюк. Поэтому будем разные цвета заливать. Вот. Вот так. Хорошо. Значит, после мы сохранимся. Давайте продумаем маршрут. Где у нас тут выход? Надо найти его. Мы соберем вот выход. Это мы только что? Да, только что. Мы сейчас соберем те две травинки и побежим к выходу. Потому что я просто на 100% уверен, что это приманки. И сейчас вылезут эти штуки неприятные. Оп! Один есть! Бежим, бежим! Бежим, 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 бежим. Ой-ой-ой, не застревай, пожалуйста. Бежим, 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 бежим. Оп! Так, взяли, взяли, бежим, 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 бежим. Распрыжка, 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 распрыжка. Бежим, 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 бежим. Да, мы успели, нас не схавали. Да. О, хорошо. Так. Сохранить игру. Сохранить. Отлично. Так. Это неплохо. Ой, тьфу, ты серебра забыл залить. А не помню, нам остались деревья живые-то. Давайте посмотрим. Потратим чуть-чуть еще немного времени, да. Так. Надо сосредоточиться. Нет. 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 О! Кажется, я нашел баг, как собирать цвет в бесконечных количествах. Можно выходить отсюда, заходить и снова убегать от этих. Опять две. Ну, это неплохо. А, кстати, они нам дали цвет или нет? Это интересно. А деревьев не осталось, кстати. Фигово это. Ну что ж, давайте так сделаем. 132. Так, сейчас надо очень аккуратно. Мы взяли. Да, дает цвет. Теперь бежим, бежим, бежим. Распрыжка, распрыжка. Ладно, этого стоило. Вот и тебя. И тебя уходим, уходим, уходим отсюда. Так, хорошо. Блин, ну баг такой, конечно, забавный. Можно так, если уж совсем фигово, то так и будем делать. Вот, блин, брат идет туда, мы не успеем никак туда попасть. Так, что у нас здесь? У нас изумруд, серебро. А этой нужна лазурь. И тоже пурпур. Это плохо. Нам не хватит, чтобы наполнить два сердца сестер. Ну, вернее, осталось только одно, но все равно они жрут так много, что нам не хватит. Это очень плохо. Куда дальше нам надо бы идти? Наверное, мы двинемся сейчас в сад. Любой сад. Вот. Из которого... А у нас, кстати, цикл заканчивается. Надо вот этим воспользоваться и двигаться поближе. Куда же идти? К нашим рудникам, где был цвет. Блин, я зря
израсходовал лазурь. Вот я, блин. Это очень плохо. Ибо лазурь нам нужна. Серебро-то ладно, пусть перерабатывается. Но вот лазурь это плохо. Богомол прям мучает всех в ряд. Может, к нему стоит сходить? Посмотрим. Сегодня цвет не пришел. Блин. Что будет с нами завтра? А, видимо, правда, придется жить за счет садов. Но они же умирают, сады. Как в нашем том саде. В самом первом. Правом яйце первой сестры. А гильотина-то все ниже и ниже. Мы обвиняем нет! Сестру в покушении на его убийство. Мы подвергнем ее испытанию и проверим ее образ мысли. Ох, это очень плохо. Я не знаю, надо ее защищать как-то. Блин, надо срочно пурпуром накачаться. Черт, это фигово. Так, надо бежать к ней. Мы столько братьев не перебьем. Блин. Что ж делать-то? О, 113. Это очень хорошо. Так, это хоть что-то радует. Ой-ой-ой-ой-ой. Слишком мало цвета. Да, у нас нет нифига цвета. Мы не сможем убить братьев. Ох. Это очень плохо. Я не ожидал. Никак не ожидал, что он ту сестру тронут. Скорее даже просто надеялся, что ее не тронут. Так, это очень печально. Что же мы теперь делаем? Нам придется двигаться к ней. И спасать. Сколько там пурпура осталось? Еще достаточно. Эх, или что? Может, нам хватит? Так, давайте накачаемся скоростью. Похоже, нам придется заняться богоюзерством, потому что сестры долго не живут. Но правда, я хочу сохранить ей жизнь. Блин, я не тот. Я хотел скорости накачать, чтобы быстрее бежать. А трачу изумруд впустую. О, пусть будет немножко. Какая-никакая скорость. Так, эту сестру я даже не знаю, как защитить, но Элли мы должны, черт побери, спасти. Нечего жалеть этих нерожденных. Блин, он же сейчас... прям к ней пойдет. Ох. Она не последняя. Ладно. Некогда это слушать, надо спасать. По пути зайдем к ней, посмотрим, что она там говорит. Богомол вроде отправился к себе. Ну, раз так. У нас есть пара секунд. И посмотреть вообще, что здесь в этом месте. Так. Фигово, когда братья так делают с сестрами. Вот когда сестры счастливы, тогда промежуток живет. А когда... Я не видел ту дверь раньше. Когда сестры несчастливы, все плохо. Так. Где она там стояла? Она мне не особо нравилась, но как-то... Вроде помогала. Правда, иногда. Корыстная тетка. Она хотя бы правду все время говорила. Ладно, ничего хорошего мы здесь не нашли. Ну и черт с ним. Тогда нам, получается, нужно идти... Срочно собирать цвет богомол. И бежать к Элли. Времени все меньше и меньше. Я знаю, что времени все меньше и меньше. Не надо меня и так. И без того тошно. Так, хорошо. Блин, хоть бы цвет какой. Там где-то примерно 100 будет. Как мы знаем. Нужен. Хоть капелька, капелька. Нам нужно ее взять. Каждый кусочек цвета исчез по звуку. Ой, блин. Могла хоть капелька сохраниться. Ладно, не спасли. Так, он нас засасывает. Давайте выйдем в промежуток, снова зайдем сюда. А то он не отстанет.
А тратить цвет просто так, это такое кощунство. Тем более в нашей ситуации там. Да. Постоянно надо успевать. Когда у нас был лишний цвет, надо было кормить дико сестер. Так, ну что там, капелька нет, не появилась. Я точно видел, она здесь еще одна точно есть. Мы поймаем. Так. Сейчас нашим любимым методом заберемся туда. И... Не, ну конечно, если я вижу капельку, то я... Блин, я не успею, наверное, к ней. Ладно, сначала соберем цвет, а потом будем искать всякие капельки. Да вон она. С одной стороны хочется взять, с другой стороны... А с другой стороны, полная фигня. Потому что второй раз сюда будем забираться, снова капелька и снова так. Мы никогда сюда не спустимся. С другой стороны, цвета много. Ладно. Коль пошли, пойдем сюда. Ну уже, давай, забирайся. Хорошо. Вот этот может нас укусить. Так. Ну. 100. Ну, успели. Все, не укусишь. Ха-ха-ха. Капелька. Только что родилась. Мы должны успеть. Что бы нам ни стоило. Пусть эти хрени нас сожрут, но капельку мы возьмем. Давай. Давай, беги. Давай, быстрее. Ну что ж такое, ну блин. Поохотится, что ли, за капелькой? Ладно. Выйдем отсюда. Сохраниться. Теперь нам надо накачаться. У нас не так много пурпура, как я хотел. Ладно, пока что перерабатываем. Бежим к нашей сестре. Надеюсь, мы успеем ее спасти. Итак. Ну что, может еще куда можем сходить? Брат сидит в саду. Он, конечно, молодец. Но надеюсь, он не сможет собрать этот цвет. Или уже может собрать этот цвет. Написано, что там... Я не помню, мы до конца цикла или после. То есть он сейчас соберет наш цвет? Ох-ох-ох. Если мы не сможем спасти сейчас эту сестру, поговорить с ней. Конечно, я понимаю, что этого мало. Наверняка надо будет напрямую защищать. Но черт убери, хочу тот сад защитить. В всяком случае, даже не защитить, а просто собрать раньше брата. Ну, почему ты не можешь сказать ей что-нибудь? Пурпур ей дать, что ли? Или забрать цвет? Давайте дадим ей чуть-чуть. Не понравилось? Или так она от восторга? Нет, подруга, я знаю, пару циклов ты выдержишь, я не дам тебя убить. Сейчас нам надо пробраться в наш верхний сад. Так, стоп, время, стоп. Нам надо накачать ее одно еще сердце. Так, все, мы идем к ней, и надо наполнить еще одно сердце, потому что она может там нас провести дальше. К той сестре, у которой мы не были. А когда мы... Попадем туда, там же будут еще сердца, которые мы именно не собрали. Вот. Именно для этого мы туда и идем. За теми цветами. Так, ну что ж. Блин, так жалко, что... Что же нам? Участь, что ли, ее облегчить? Ладно. Шутки шутками. На сестру жаль. Давай. Ну. Ну, совсем чуть-чуть же. Опять ей этого мало. Не нравится ей это. Так, что у нас тут? Серебро. Ну, давайте серебром ей. Вот так. Такого я еще не видел.
скажи что-нибудь. Даже ничего не сказал. А, может, что скажет? Тургор — это такое особое состояние, без которого невозможен потлач. Это внутреннее напряжение, невыносимое, когда цвет разрывает тебя изнутри. Говорят, это так мучительно, что начинаешь сам желать конца. И умирать уже не страшно, становится важным только одно — нарисовать своим цветом новую жизнь. Итог один — отдаешь все, что вырастил в себе. Такая сила и вознесет в следующий предел кого-то из нас. Мы будем сражаться за тебя. Так. Надо уходить отсюда. Правда, я боюсь, если мы будем ее защищать, то... Ой, как нам будет плохо. Что нужно этой сестре? Так, ей нужна сирень. Ну, я думаю, у нас достаточное количество сирени, чтобы... Ну, во всяком случае, что нам мешает? Чуть побольше. Себе сохранить цвета. Так. Я бы сюда бы еще с удовольствием сходил. Вот брат, блин, его еще соберет цвет. Скотина еще та. Так. У нас очень мало времени. Ну, вопрос, как еще напасть на брата? Кто бы знал. Так. Ух ты. Правда, сейчас не особо до красоты. Так, надо все посмотреть. Вдруг мы тут сердце сможем найти. Нам даже 20 сердец, а у нас где-то порядка 18 сейчас или 17. Кровь. Видимо, это обои, которые сдирали вместе с кровью. Слишком много крови. Интересно. К чему бы это? Она вообще девочка. Что за фигня? Милый гость, я все для себя решила. Я увидела, каким оказался верхний предел. Он умирает от такого же голода, если не хуже. Оглянись и увидишь. Я туда не пойду. Но теперь... Я могу сказать тебе правду. Цвет обманывает тебя. Наверное, он дает тебе мудрые советы. Помогает тебе против братьев, да? А ну, ты знаешь, бывает. Что ждет в конце тебя самого? Вряд ли. Берегись его, милый гость. Цвет — это яд. Яд, который ты сейчас с радостью примешь. Так, надо выйти. Сирень. Не уверен, что сирень в этом деле поможет, так что мы ее немного отольем. Слишком мало цвета. И уж лучше сделаем вот так. Все-таки мало ли что. Ну давай. Я готов тратить. Ну, все, вроде должно хватить. Хотя именно на этом участке наша полосочка очень хорошо замедляется. Ну, хватило. Сейчас нам надо по-любому в ее покое. Хочу сказать, что мы ее точно спасать не будем. Раз ей здесь лучше, то пусть будет так. Ну что, хорошо после дуза яда? Перед самым концом семь цветов схватятся между собой. И потребует, чтобы ты стал судьей в их схватке. Потому что они не совместны. И в конце лишь один самый сильный из них позволит тебе провести кровавый потлач. Ты уже знаешь, какой? Если тебе не все равно, ты можешь выбрать. Ну, я выбрал изумруд. Так. А это не та ли сестра, которой нам надо было сходить? Ну, ладно. Значит, выходим отсюда. Сохраним с этим могильные камни.
кто их сюда поставил. Квартира. Кровь на... Здесь везде кровь. Странная девочка. Очень странная. Так, выходим, сохраняемся и... Так. Теперь надо быстро идти в ее покое. Совсем забыл, с цветом у нас беда. Я же не то влил. Слишком мало цвета. И в ее покоях надо найти. Ты умрешь. Просто в срочном порядке. Блин, я тебя спасу, черт побери. Я не знаю, как на это сделаю. Что у нас тут? Это сад? Если это сад, то это хорошо. Да, скорее всего. Да. Точно такой же, как и был в предыдущем. Но ночью. Значит, он может нам дать очень много цвета. Это мы знаем, это хорошо. Надо его обойти весь и посмотреть, нет ли здесь чего-нибудь типа сердца. Так. Ну, пока что ничем не отличается, так что, видимо, мы совершим наш ритуал. Но сначала, дабы не тратить лишнего, и то, что нам может еще понадобиться в бою, у нас больше нет сирени. Что-то это печально. Даже интересно, как будет выглядеть дерево с серебром. Не так красиво, как я думал. Ну ладно. Какой там нам очень много приносило? По-моему, самое первое, рядом с которым мы появляемся. Вот это хорошо приносит, вот это очень хорошо приносит. Так. Ах. Опечаливает меня количество цвета, которое у нас есть. Так что придется залиться по максимуму и просто положиться полностью на этот сад. Что и заговариваться. Начинаю. Так. Что у нас тут? Сирень, лазурь. У нас и побольше. Хотя какая разница? У нас без вариантов надо. Все деревья разными цветами. Я очень надеюсь, что не глюканет, иначе просто наш последний шанс. Так, хорошо. Больше цвета нет вообще. Значит, теперь мы должны бежать. Просто бегом. Одни решетки. Из-за темноты не вижу, как пройти. И просто бегом бежать в наш прошлый сад. Блин, видимо, та сестра все-таки сможет умереть. Я не знаю, надо снова пройти туда и поговорить с братом. Ну, может, это жуть какая-то. Я не хочу, чтобы она умирала. Ну, никак. Сейчас мы к ней пойдем. Он прям так и хочет с наших садов собрать. Так, сейчас мы зря расходуем цвет. Ну, уже, да, выделяйся. Хотя мы полетим на ярости. Интересно, а если мы брата тронем изумрудом, он что-нибудь нам скажет? Такое приятно. Блин, надо... Не могу. Хочу спасти ее. Следующий цикл. Сегодня цвет не пришел. Что будет с нами завтра? Видимо, придется идти нам назад, чтобы собирать сначала с того сада. Да. Хоть что-то. Сейчас нам с тобой поговорить. Внимай заповедям, младший. Не поддавайся соблазнам. И будешь возвеличен среди всех праведных. И тайны бытия откроются тебе. Я тебя хочу убить, скотина. Не трогай ее. Mm.
Даже цвет не тратится. Как тебя, блин, убить? Это очень плохо. Видимо, я никак не смогу ее спасти. Давайте еще раз попытаемся с ним поговорить. Что второй раз получится. Внимай заповедь! Так, ну ты уже говорил. Очень фигово. Она все ниже и ниже, ниже и ниже. Что? Кого она убьет-то? Мы обвиняем эту сестру в покушении на его убийство. Хватит, может, хватит уже брать все сестер-то убивать. Скоро не останется вообще. Тем более это ваше табу. Не убивать сестер. Да с ней это еще как-то не так страшно, а вот с этой очень страшно. Да не трогай, блин, ее, не надо. Блин. Слушайте или нет? Смотрите, как убежал от него. Как спасти эту сестру, я не понимаю. Хочу оставить ее в живых. Кстати, заметьте, как много серебра образовалось. Интересно, почему? На всех остальных цветов не так много. В любом случае, чтобы... Слава богу, не заглючило. В любом случае, чтобы убить брата, нам понадобится это все. Цвет твоей силы. Так, ну пока что мы можем жить. Пока что можем жить. Так, очень хорошо. Я цвет твоей. Тоже хорошо. Так, ну пока что мы возвращаем капельки цвета, потраченные нами в жестоких схватках. Но все же это не так много. Я бы даже сказал, что это совсем чуть-чуть. Но дать отпор брату мы сможем. Однако, кому давать отпор еще? Если бы я знал, как того убить, который нашу сестру трогает, любимую. Тогда я даже не знаю, кого спасать-то. Так, что у нас там с цветом? В принципе, стало не сильно лучше, но... Хоть что-то. В любом случае, хоть что-то. Так, ну давай-то еще в тебя немного. Серебра нет. У нас немного пурпура есть. Блин, вечно забываю перекачать. Сирени. Чертовски помогает. Надо каждый раз так накачиваться. Тоже много времени уходит. Да ладно. Зачем сирени? Ну ладно. Так, пусть будет так. Я бы с удовольствием спас ту сестру. Значит, говорите, 20 сердец. Где мне только еще 20 найти? Надо будет подумать. Я думал, здесь где-то можно найти сердечко. Но нет. Видимо, нам придется по сюжету убить еще двух братьев. Скорее всего, сердца скрываются именно в них. Так, это плохо. Пока что пусть будет хоть что-то. Вечно забываю. Надо снова пойти к той сестре, я не могу. Но мы должны оставить ее в живых. Это издевательство какое-то просто. Так, на лазуре надо накачаться изумрудом. Спросите, зачем? Сам не знаю, зачем. Да фиг с тобой, господи! Или нельзя дать умереть? Кстати, в этом медицине не было брата. В этом...
Ой, как же тебя спасти? Внимай заповедь. Да скотина, я тебя ненавижу. Не поддавайся соблазнам, и будешь возвеличен среди всех праведных, и тайны бытия откроются тебе. Ну хорошо, мы это уже слышим раз третий или четвертый. Однако, отпусти сестру. Нас не научили объявлять войну братьям. Это прискорбно. Ладно. Что я в саду не могу пошуровать? Вот на... Это точно. Ну и что нам теперь прикажете делать? Очень жалко. Ладно, я успел к ней привязаться. Опять заманухи. Три заманухи. Да, скорее всего. Может здесь что-нибудь вырастить в этом саду. Да у нас цвета не так много. Ладно. У нас есть скорость. Есть. Сейчас чуть подкачаемся. Наворуем и бежим. Так. Так, стоп, мышка. Не делай так больше. Вот так. Бежим, 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 бежим. Вот так. Еще одна. Вот так. Бежим, 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 бежим. Нет, не тормози. Распрыжка, 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 распрыжка. Так, может еще где найдем? Нет, не найдем. Ой, не застревай! Не застревай. Блин, они прямо на меня летят. Где еще выход здесь был? Там тяжело выбраться, корни мешают. Я боюсь застрять. Так, все, упрыгали. Хорошо. Что же нам остается? Давайте посмотрим на ее покои. Очень жаль. Жаль и печаль. Ну, нам, наверное, сейчас надо возвращаться к тому руднику, где жилка пурпура есть. Эх, сеструха. Это печально. Ну, может, он реально найдем сердце, я не знаю. Хоть какое-то утешение. Как она там сидела? Ой, меня как откинула. Нельзя жить пробел, когда упираешься головой во что-то. Ну, ладно. Коль так поворачивается сюжет, то пусть так оно и будет. Пока пойдем сюда. Как раз сбежим. Вот цвет это у нас... Блин, я прям не могу. Когда мало цвета, я начинаю переживать. Так, сейчас мы перекачаем. Немного ярости. Изумруда. Пусть будет поменьше. Если он туда завернет, то мы резко накачаемся скоростью и полетим как пуля. Какое странное существо. Что это? Кто она такая? Это Оля говорит? Она уже мертва. Почему меня все время туда тянет? Не понимаю. Что-то там все-таки надо сделать. Может сходить к ее брату поговорить. Ну давай, жилка. Корми. Раньше это количество цвета казалось гораздо большим. Сейчас это просто ничто. Куда мы идем дальше? А вот цвет родится, если братья больше не будут их убивать сестер. Ты почти опустошен. Ты умираешь. Ой, точно. Я же умираю. Сегодня цвет не пришел. Опять. Что будет с нами завтра? Сколько вообще сестер-то осталось? А то жесть какая-то. Сейчас всех перебьют. Одна, две, три, четыре. У-у-у.
Йоколомане. Осталось еще всего 4 сестры. Ну ладно, посмотрим, кого будем спасать. Самую мелкую. Или Уту. Хотя Ута что? Ута не так нравится, как... Больше нравится ее локация. Мы обвиняем эту сестру в покушении на его убийство. Ну, видимо. Мы подвергнем ее испытанию и проверим ее образ мыслей. Видимо, это печаль. Блин, я даже не успею к ней подойти. Он уже там. Так, стоп, не тормози. Что-то снова. Нечего жалеть эти. Ну ладно, ладно, мы это уже 100 раз видели, как они умирают. Так, у нас есть здесь небольшое количество изумруда. Это, пожалуй, единственная приятная деталь в сложившихся обстоятельствах. Да. Несколько циклов спустя. Так, замануха. С одной стороны, замануха — это прикольно. И приятно. Потому что можно бесконечно просто собирать цвет с них. С другой стороны, замануха — это замануха. И может больно укусить. Да, зеленого здесь много. Что-то подсказывает мне. Так, отлично, две. Что я что-то делаю не так. Интересно, к чему бы это? Так, надо накачаться скоростью и драпать от тех штук, когда они за нами погонятся. Потому что когда скорости нет, то мы не убегаем. 100% бежим. Какой там еще был цвет, я не забыл. Блин, когда я его схватил, заорал, я все сразу забыл. Оп! Бежим. Вот, хорошо. Так, отлично, теперь сохраняемся. Так, что же у нас теперь? У нас осталась маленькая сестра. У нас осталась... Эта сестра, у которой одно сердце. И эта сестра, у которой одно сердце. И в итоге получается, что будем накачивать мелкую, что ли? А нам ничего больше не остается. Остается, да. Так, стоп. Давай двигайся. Вот так. Что у нас там с цветом? Отлично, у нас есть изумруд. Мы должны его переделать в нерву. Лимфу. Я уже начинаю забывать. Так, пусть будет пока так. Ну что ж. Нам придется пройти сюда. Но здесь просто невозможно собирать цвет. Тут есть максимум одна жилка, которую я знаю, где находится. Богомол. Может, с ним все-таки поговорить? У него вроде сейчас не так много цвета. Так, стоп. Что-то сердечко забилось. Так, ну у нас тут немного переработалось. Пока, я думаю, мы на сирене полетаем. Слишком мало цвета. Ты умрешь, как только выйдешь в промежуток. И переработаем мы немного. Так. Нам пока сюда. Собирать цвет здесь. Ну что ж, придется спасать Яни. Яни. Кто придумал такое имя? Джанглер идет к ней. Как же спасти ее жизнь? Так, вот мы здесь. Сейчас надо будет наполнять ее сады ее цветом. Я, правда, забыл, какой это. Черт. Точно, вспомнил. Вот и фиолетовый, и голубой. Я, может, ошибаюсь, конечно.
Жаль, печаль. Но сейчас мы все сделаем. У нас здесь много цвета, и мы... Блин, как бы сад не заглючил. Как он любит это делать. Черт побери, красивое дерево. Раньше 30 цвета, это было много, это было где-то треть сердца, а сейчас сердце вмещает где-то около 300 единиц цвета, так что 200 это почти ничто. Так, ну собираем пока. Это есть. Теперь, в следующем цикле с этих деревьев будет не так много цвета, так что я очень надеюсь, что сейчас мы не облажаемся тем, что накачаем их. Так, а у нас так достаточно количество сирени. Отлично. Чуть доберем, чтобы полосочка у нее закрасилась. Вот. Теперь пурпур. Стоп со своим пурпуром, блин. Сирень нужна. Ну, в конце концов, спасти маленькую девочку, это как-то... Как-то очень... классично. Ладно, пурпур пусть будет. Хорошо, есть. Что еще? У нее сирень и лазурь вроде. Тогда лазурью. Конечно, это все могли отдать сестре, но дерево оно как-то хоть отдать может. А сестра она пожирает, да пожирает. Ай, наверное, рискнем и еще чуть-чуть деревьев накачаем. У нас не так много лазури, сирень. Да, скорее всего, сирень. Хорошо. Есть. Это мы сделали. Теперь мы выходим в промежуток. Сейчас мы пойдем в промежуток и сохранимся и посмотрим. Надеюсь, я не ошибся. Ну что, ошибся? Нет, не ошибся. Сохранить, новое сохранение, так. Ну что, сейчас начнете мучить и еду, сестру, да? Когда много янтаря, с одной стороны, это хорошо, потому что можно цвет очень быстро переработать. С другой стороны, цвета тоже не так много, как могло было быть и хотелось бы, чтобы было. Так, так. Холод. Ха. Интересно. Ну что ж. И скорость. Так, все, продолжаем. Монгольфьер сейчас нам что-то скажет. Ну скажи. Младший, ты можешь разбудить спящего, вернуть ему жизнь и цвет. Ты не хочешь ранить лимфу? Пусть так. Тебе виднее. Возможно, цвет действительно вернулся для тебя. Преображай его, пока он приходит. Но он не покидает этого предела. Ты стал сильнейшим из нас. Так будь ему добрым хранителем. Оставь в покое систему. Будем знать. Так, что сейчас битва будет? И это отличный повод завершить эту серию. Потому что у нас, как видите, цвета нет вообще. И мы ничего не сможем сделать брату, как всегда. Мы не готовы к этому. Придется поступать по старой тактике. Загружаться. И сохраняться.
Серебро хладнокровно. О, опять это место, кстати. Крепкий хребет. Ну, давайте я вам... Вместилище перед всяких богатств. Концом серии. Покровитель стяжа. Покажу. Укрепи своего как служителя. Как выглядит бой с этим братом. Тому, кто чувствует. Как он нас убьет. Слушай. Я не уверен, что нас убьет. Повинуется слепо. Ответит. Кожу того, кто умеет хранить. Верви, связки и мышцы. Ой, его. Он просто рукой махнул, крепит. И мы начали получать бубо. Сердце его, обращенное к лимфе всяких цветов, греет. Расточителя всяких ну-ка. Цветов. Самоубийц, ну, а кстати, дерзнувшего может еще и повезет. Мучительной пытки подвергнет. Так, изумруд нам нужен. Не вариант его тратить. Ух, он какие-то штуки кидает. Ну, сирень это не так страшно, как могло было быть. Так, изумруд нам понадобится, сирень, янтарь. Тайны у нас больше ничего играют. Нет. Хорошо. Прибежище странного. Отзовись на мой зов. Ладно, это фигня, то, что кидает. Помоги покарать непокорного. В битве с противником неизвестным, лукавым, неведомым. Нам, кстати, не так много цвета мне. Нужно. Чтобы его убить. Обманом и хитростью, ну, в любом случае у нас мало его. Мою одолеть погибнет. И нужный цвет. Наблюдавший за мной, желавший найти мою слабость, ослепнет. Цвет его пропадет, молот его упадет, голос его смолкнет. Совсем чуть-чуть навошло. Ну, сколько было, собственно. Крепкий сейчас этим хребет, вместилище всяких богатств, покровитель стяжателей, укрепи своего служителя, тому, кто сейчас чувствует его, снять. Слушает, повинуется слепо, ответит. И мы увидим, что будет его при последующих кожу атак. Кожу того, кто умеет хранить, верви. Связки и мышцы так, его. Есть. Давайте. Оп, видите, он нас схватил как-то. Сердце его. Нет, он просто. К лимфе всяких цветов. Он сделал что-то очень странное. Что он сделал? Расточителя всяких цветов. Я не понял, что он сделал. Самоубийцу. Дерзнувшего фигню раскидал. Мучительной пытки. Дальше пытается раскидывать. Подвергни. Не хочу тратить, не хочу тратить. Так, 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 так. А у нас больше ничего нет. У нас нет вариантов. Николь, есть шанс, надо бить. Ну, будь у нас цвета в два раза больше, мы бы его легко убили бы. И это не такое же большое количество, как я думал. Хм. Понятно. Так, ну в любом случае мы его сейчас не сможем убить. Никак. У нас не хватит цвета, чтобы снять все его полоски. Так что... сердце прорыва. Ну ладно. Ну что ж, дорогие друзья, предлагаю завершить на этом нашу серию. Так что всем вам всего приятного. Такие дела.